вечер, уважаемые слушатели. У нас сегодня тема посвящена депрессии, депрессивному опыту. Тема очень интересная и актуальная. И в качестве задачи я сегодня вижу следующие вещи, которые хотелось бы вам рассказать. Во-первых, необходимо будет отделить, собственно, то есть дать определение депрессии, то есть что это такое с клинической точки зрения, чтобы не путать, например, депрессивное состояние с обычной хандрой. Вот. Потом, я думаю, нам нужно будет посмотреть на депрессию изнутри, глазами депрессивного пациента, для того, чтобы лучше понимать, какие феномены там содержатся, потому что одна из задач или одна из идей, которую я хочу донести, заключается в том, что депрессия – это не только всегда плохо, не только всегда какая-то негативная коннотация в этом слове присутствует, но и депрессия носит определенный смысл. И для того, чтобы понять, какой смысл в этом есть, необходимо понимать какие-то вещи изнутри этого депрессивного опыта. И вот про этот смысл депрессивного переживания я бы тоже хотел бы поговорить. И мы еще тогда коснемся того, что, собственно, с этим депрессивным опытом делать. А вот, добрый вечер. И если у вас будут вопросы в ходе процесса, вы также можете их задавать, это будет очень хорошо. Если вы задаете вопросы в ходе лекции, я могу на него ответить, потому что он у меня появляется в этой графе. И мы можем тогда обсудить ваш вопрос, не отходя от кассы. Для начала хотелось бы определить, о чем сегодня пойдет речь. Дело в том, что, разумеется, депрессия – это тема очень актуальная. Есть мнение о том, что через несколько лет депрессивное расстройство станет самым частым заболеванием, по поводу которого люди обращаются к врачу. Можно сказать о том, что депрессия является, ну, каким-то знаковым заболеванием для 21 века, собственно. Всегда, ну, есть такое наблюдение, что разнообразные психические расстройства, они связаны с разным временем, с разным характером отношений между людьми. И вот депрессивный опыт больше характерен для 21 века, например, во времена Фрейда, я тоже про это буду говорить, депрессии практически не встречалось. Ну или во всяком случае мы так ретроспективно про это можем говорить, что депрессии было гораздо меньше, чем сейчас. Вот с чем это связано, тоже попробуем про это поговорить. Итак, вот сейчас здесь речь пойдет о так называемых психогенных депрессиях, потому что среди депрессий мы можем выделять как минимум две таких важных формы. Это депрессия эндогенная и депрессия психогенная. Депрессия эндогенная – это является заболеванием, которое имеет внутренние корни. Это связано с нарушением обмена медиаторов в головном мозге. И эндогенная депрессия, ее лечит психиатр. Это достаточно серьезное заболевание. И она нуждается в интенсивной терапии специфическими препаратами, соответственно, антидепрессантами. Мы будем говорить про психогенную депрессию, то есть психогенная депрессия, которая рождается внутри человеческой ситуации, исходя из тех отношений, в которых человек находится. И в психогенной депрессии, ну, во всяком случае, опыт депрессивных состояний, я думаю, каждый человек переживал в своей жизни, может быть, даже не один раз. Мы будем говорить про психогенную депрессию, то есть та депрессия, которая рождается как реакция на какую-то человеческую ситуацию. И тогда начнем, наверное, с определения границ, что такое вообще является, что это такое депрессия. Классическим определением депрессии является сочетание трех симптомов или так называемая классическая депрессивная триада. То есть если есть депрессивная триада, которую мы сейчас опишем, мы можем говорить, что речь идет о депрессии, депрессивном опыте, там, субдепрессии, как степени выраженности. Депрессивная триада состоит из трех симптомов. Первый симптом, это на бытовом уровне, мы все его знаем, это симптом пониженного настроения. При депрессии понижается настроение. Это все мы прекрасно знаем. Вот, очень сложно пытаться описать какие-то, ну, такие понятные вещи, но тем не менее попробую. То есть, что значит сниженное настроение? Настроение – это компонент эмоциональной сферы человека. Настроение – это определенный эмоциональный фон. Метафорически можно сказать, что настроение – это…
эмоции, настроение – это то, что, в общем-то, человека делает живым. Сниженное настроение – это как будто вот есть такие лампочки с реостатом. Если покрутить влево, то тогда в комнате становится темнее, потому что лампочка горит не так ярко. Вот настроение – это примерно та энергия, которая заставляет лампочку либо гореть, либо тускло мерцать. То есть настроение, эмоции – это тот фон, который… То есть настроение – это определенный эмоциональный фон, который человека делает либо живым и активным, и тогда мы говорим про повышенное настроение, либо делает человека мало живым, делает человека вялым, неактивным. И в таком состоянии, конечно, жизненные какие-то ситуации решать очень сложно. То есть пониженное настроение – это состояние, при котором эмоциональный фон снижен. И при этом человек чаще всего контактирует, испытывает какие-то не очень позитивные эмоции. К негативным эмоциям относятся такие эмоции, как печаль, грусть, тоска, тревога. И разнообразные еще идеаторные компоненты есть. О них попозже поговорим. Кроме пониженного настроения, чтобы диагностировать депрессию, у человека должна быть также снижена двигательная активность. То есть настроение снижается. Соответственно, если настроение создает эмоциональный фон, если эмоциональный фон плохой, если лампочка тускло светит, тогда двигательная активность становится заторможенной. Человек испытывает трудности в осуществлении привычной деятельности. Ему трудно встать с кровати, ему трудно мотивировать себя на какую-то активность. И такой человек чаще всего выглядит заторможенным и малоподвижным. И третий компонент депрессивной триады – это снижение мыслительной активности. Снижение мыслительной активности. Депрессивный человек, то есть это третий компонент, идеаторный или мыслительный. Человек, пациент описывает свое состояние как неспособность концентрироваться, мышление становится малопродуктивным, трудно сосредотачиваться на чем-то. Прошу прощения. Трудно сосредотачиваться. И кроме того, при депрессии часто возникают идеи самообвинения. То есть человек приобретает как бы такую отрицательную самооценку. Он переживает себя как какого-то плохого, неудачника, ненужного, одинокого. То есть в этом месте нарушается самооценка. А идея самообвинения заключается в том, что человек предполагает, что он сам во всем виноват. И, соответственно, все, что с ним происходит, это происходит, ну, как бы запланировано и логично. Это такая классическая депрессивная триада. Понятное дело, что депрессия этим не ограничивается, и существуют еще определенные феномены эмоциональные, которые мы также опишем. Самое главное, которое очень хорошо сочетается вот с этими тремя компонентами, это феномен, который называется анедония. То есть человек перестает получать удовольствие от привычной деятельности, которая ранее доставляла удовольствие. То есть, когда, например, тоже клиенты описывают, после трудного дня или после какого-то сложного периода в жизни есть мысли об отдыхе, есть мысли о том, чтобы каким-то образом отдохнуть и восстановиться, выпадает свободное время, но привычная деятельность, которая давала удовлетворение, она, соответственно, этого удовлетворения не приносит. Вот это является достаточно тяжелым знаком, потому что, ну, таким тревожным знаком, потому что чем отличается депрессия от переутомления? От переутомления, в общем-то, можно избавиться, хорошо отдохнув. Депрессивный опыт, как правило, отдыхом, только отдыхом не лечится. То есть отдохнуть очень трудно. И та деятельность, которая раньше приводила к расслаблению и удовлетворению, уже такую функцию не выполняет. Значит, ангидония, кроме того, ангидония еще приводит к тому, что у человека возникает вот такая вот своеобразная эмоциональная бесчувственность. Это мы уже говорим про то, что, ну, к снижению настроения. То есть у человека пропадает эмоциональный резонанс на события. Это может быть
воспринято достаточно болезненно. То есть депрессивный человек говорит, что я как будто бы перестал себя чувствовать. То есть я как будто бы нахожусь отделен от мира какой-то стеной или прозрачной бутылкой или прозрачным стаканом. То есть как будто между мной и миром существует какая-то преграда. Соответственно, чувствительность моя снижается и, соответственно, возникают симптомы такой дереализации, когда краски перестают быть такими яркими, деревья не такими большими зелеными. А как называется термин какой? И вот это вот изменение восприятия, оно человеком может восприниматься достаточно болезненно, потому что вот пропажа чувствительности это переживается достаточно трудно. В некоторых ситуациях у человека вообще пропадает чувствительность, и он тогда становится, ну, фактически как роботом. Вот, но это уже в таких глубоко зашедших случаях. Что еще существует при депрессивном опыте? При депрессии часто возникает тревога. Тревога, и тогда мы говорим про тревожную депрессию, когда к сниженному настроению добавляется ощущение какой-то надвигающейся опасности. И фоновая тревога приводит к тому, что человек на фоне вот, сниженного настроения, он, тем не менее, может пытаться совершать какие-то поступки, если тревога очень выражена, избавляясь от опасности. И вот тревожная депрессия, она тоже достаточно тяжело переносится, потому что тревога является трудно переносимым переживанием. Иногда депрессия может сопровождаться дисфорией, когда человек становится чрезмерно раздражительным, и любые контакты с ним приводят к конфликту, то есть когда продуктивного контакта невозможно достичь. Кроме того, депрессия, она практически всегда сопровождается какими-то соматическими симптомами. Соматическими – это значит телесными, физическими. То есть еще Гиппократ, по-моему, он впервые говорил о том, что при депрессии помогают ванны, потому что они нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта. Вот в первую очередь страдает область ЖКТ, потом сердечно-сосудистая система. Существует особая форма депрессии, так называемая скрытая, когда человек долгое время ходит по врачам, пытаясь излечить какое-то соматическое заболевание, чаще всего связанное, опять же, с желудочно-кишечным трактом. Патологии не находят, но при этом сами аффективные переживания, то есть депрессивные, они не выражены. Но в этом случае при обследовании мы можем говорить о такой вот скрытой или маскированной, или соматизированной депрессии. Вообще считается, что при подозрении на депрессивное состояние лучше, конечно, обратиться к специалисту, либо к психологу, еще лучше к психотерапевту, потому что это состояние требует дифференциальной диагностики, особенно если вот то, о чем мы сказали, то есть вот эти вот периоды снижения настроения, снижения двигательной деятельности, ощущение того, что я что-то со мной как-то происходит, становлюсь не таким чувствительным, трудно заниматься привычной деятельностью, если такие симптомы продолжаются больше 2 недель. Вот. Желательно показаться к специалисту. Далее. Если говорить про формы депрессии, опять же, мы сейчас говорим про психогенную депрессию, то есть психогенная депрессия – это состояние, которое встречается у здоровых людей. То есть мы, каждый из нас в течение жизни можем этот депрессивный опыт испытывать. И вот мы можем выделить как психотерапевты, то есть я вот сейчас такой обрисовал скорее медицинскую модель, психиатрическую модель депрессии. А сейчас я буду говорить про психотерапевтические модели, потому что вот эта психотерапевтическая модель, то есть в каждой психотерапевтической школе есть определенное представление о том, как развивается то или иное заболевание. И эта психотерапевтическая модель как раз позволяет посмотреть вот на эту ситуацию изнутри, чтобы понять, а что там внутри депрессивного состояния происходит. И вот психотерапевтические модели говорят о том, что депрессии как минимум возникают в 3 случаях. Ну, точнее, вот, может быть в 3 случаях. Первый случай – это состояние потери, состояние резкой потери близких каких-то отношений или состояние потери привязанности. По-другому это называется еще острая боль, то есть когда человек внезапно сталкивается
с утратой близких отношений. Когда депрессивные реакции здесь носят защитный характер, и депрессивная реакция в этом случае позволяет, то есть через работу горя, позволяет завершить как бы отношения с объектом утраты, ассимилировать вот опыт, который был, и таким образом как бы завершить старые отношения и перейти, ну, как бы к новым. То есть здесь работа депрессивного опыта направлена на то, чтобы выразить признательность закончившимся отношениям и соблюсти как бы преданность тому, что жизнь, в общем-то, продолжается. В этом смысле хорошо, когда человек горит. То есть я сталкивался в своей практике с такими состояниями, когда горюющему человеку говорят: возьми себя в руки, перестань, что ты плачешь, вокруг же, ну там, не знаю, жизнь продолжается. В общем, эти советы, они достаточно вредны, потому что работа горя должна быть проведена в полном объеме. Поэтому, когда человек горюет, это хорошо. Когда человек плачет, это хорошо, потому что эмоции должны быть пережиты. Второй тип депрессии, то есть вот депрессия, связанная с острым горем, сказали. Второй тип депрессии – это депрессивный опыт, который связан скорее с неудовлетворенностью, то есть неудовлетворенностью в привязанности. Чего это значит? В принципе, мы можем говорить, что депрессия, она в основе своей связана с отношениями. То есть депрессивный опыт – это опыт потери каких-то близких отношений или потеря хорошей привязанности. Поэтому депрессивная реакция может возникать как реакция на неудовлетворенность отношениями, на то, что человек в какой-то момент, например, может лишаться безопасной какой-то жизненной ситуации. Ну, то есть, когда, например, происходят какие-то резкие изменения в жизни, и тогда человек, то есть я сейчас говорю о том, что депрессивная реакция, она бывает естественной, необходимой в некоторых жизненных ситуациях. И испытывать депрессию нормально при определенных обстоятельствах. Например, человек резко что-то в жизни у него происходит, меняется, и он теряет вот ощущение такое базовой безопасности, поддержки, стабильности, то есть что-то вот в жизни резко происходит. И тогда депрессия – это как раз возможность вот эту базовую такую безопасность вновь обрести. То есть во время депрессии мы понимаем, что человек, он как бы уходит в себя, он заворачивается в такой вот депрессивный кокон, он говорит миру буквально, что оставьте меня в покое, мне сейчас нужно время, чтобы восстановиться. И в этом смысле депрессия направлена на то, чтобы функционировать, ну, в таком, в режиме наименьшей, ну, энергетичности, что ли, для того, чтобы всю основную энергию потратить на то, чтобы восстановить такую потерю безопасности. А вторая штука, которая часто может постулироваться, когда человек, например, либо теряет какие-то отношения, либо находится в длительных отношениях, которые его не удовлетворяют, или когда человек, например, там третья ситуация, когда у человека терпят крах какие-то его фантазии и мечты, связанные с достижением. Вот, собственно, как бы три таких ситуации основных, которые могут приводить к депрессивной реакции. Когда человек теряет безопасность, привычный образ жизни, когда у человека потребность в хорошей привязанности фрустрируется, то есть не удовлетворяется. И тогда, когда он терпит крах в сфере достижений, потому что вот современное общество, как известно, оно очень много человека требует. Ты должен быть активным, прекрасным, совершенным и так далее. Тогда, когда человек не может соответствовать, он также может погружаться в депрессивную реакцию, как естественную реакцию. Но я сейчас описал депрессию как логическую реакцию на какие-то определенные жизненные события, и тогда мы можем говорить, что депрессия является приспособительным механизмом. Тогда, когда она не становится затяжной. Про затяжную депрессию можем говорить при случаях, ну там, не знаю, несколько месяцев, год и так далее, психогенную депрессию, разумеется.
И тогда мы говорим о том, что депрессия становится уже не способом справляться с ситуацией, а определенным каким-то фиксированным таким сценарием поведения, которое уже человеку уже не выполняет тех задач, которые обычно на него возлагаются. То есть человек не делает паузу, не готовится как бы к изменившимся и не подготавливается к изменившимся условиям, а человек просто как бы замирает и никуда не развивается. То есть депрессия как такой фиксированный сценарий тоже может быть. И это как раз вот третий такой вариант, который требует, собственно, такого достаточно интенсивного вмешательства. А при этом это вмешательство достаточно сложно осуществлять, потому что у человека внутри депрессии чаще всего критики нет. Но иногда бывает, и тогда человек идет к специалисту, пациент, и с этим можно работать. Вот. Понятно ли вот с этим, если по поводу вот этого какие-то вопросы? Если вопросов нет, я тогда продолжу. Я немножко хотел бы рассказать вот таких вот. То есть почему, собственно, мы говорим о том, что депрессия связана с потребностью в привязанности. Я немножко про это расскажу, потому что это очень интересно. Это очень интересно, и это, правда, проливает какой-то свет на то, откуда эта депрессия берется. Мы сейчас немножко поговорим про психоаналитиков, которые писали, которые исследовали депрессию, которые про это писали. Разумеется, если говорить про психоаналитиков, то нельзя не говорить про Фрейда. И Фрейд первый, кто, в общем-то, депрессию это описал. У него есть классическая работа, которая называется «Печаль и меланхолия». И там он описал, каким образом депрессия становится таким состоянием, в которое человек погружается, ну, как будто бы внутрь самого себя. Фрейд описывал такую ситуацию, что когда человек вступает в отношения с другим человеком, и у них формируются какие-то достаточно близкие отношения, то другой человек, другой объект становится как бы частью меня в этот момент. То есть частью меня он становится, и в тот момент, когда происходит разрыв этих отношений, вместе с другим человеком я как будто бы теряю часть самого себя. И очень часто клиенты, которые описывают вот такой депрессивный опыт, появившийся после утраты отношений, они описывают это примерно следующим образом, что как будто бы внутри меня образовалась душевная пустота, ее совершенно невозможно заполнить, и эта пустота делает меня страдающим, несчастным, и от этой пустоты, но в силу вот переживания этой пустоты, я тогда отгораживаюсь от мира, потому что мир перестает меня интересоваться. То есть здесь возникает такая вот очень интересная ситуация, когда человек через потерю отношений, он теряет часть самого себя, он теряет часть своей витальности, он теряет часть своей жизненности, он выключает эмоциональные переживания, и тогда он теряет возможность, ну, как-то активно проживать свою жизнь. То есть для него все становится неинтересно. Человек сначала теряет чувства, а потом человек теряет смысл. То есть для того, чтобы мне, ну, как-то, грубо говоря, возбудиться на что-то, то есть чтобы у меня возник какой-то интерес, у меня сначала должна быть определенный эмоциональный фон. И, соответственно, чем страшна депрессия, тем, что как раз она вот этот эмоциональный фон выхолащивает, и человек тогда смотрит на окружающий мир, как на то, что не вызывает у него совершенно никакого движения. И получается, что аналитики связывают вот эту депрессивную ситуацию с такой с травмой, что ли, привязанности. Вот. Потому что после Фрейда были другие аналитики, типа вот Абрахама Спица, которые говорили о том, что любой, есть такое мнение, к нему можно относиться по-разному, но тем не менее, что депрессивный опыт, который мы сейчас во взрослой жизни имеем,
является повторением ранней эмоциональной травмы, которую ребенок получает в возрасте от 5 до 16 месяцев. То есть вот это вот состояние отлучения от груди, или же состояние, когда мать, от которой ребенок очень сильно зависит эмоционально, она его в какой-то момент оставляет. И вот это вот переживание как бы невозможности жить на своих собственных ресурсах, которое идет из раннего младенчества, из раннего возраста, это состояние у нас проигрывается в депрессивном опыте. И тогда мы вынуждены как бы дистанцироваться от мира, уходить от мира и строить, грубо говоря, депрессия, это не так метафорически, это проявляется как очень большая потребность привязанности в отношениях и очень большое разочарование. И тогда человек пытается строить отношения уже не с объектами снаружи, а с самим собой. И тогда он погружается в депрессивный кокон, тогда у него появляется такая стена между собой и окружающим миром, и тогда очень много агрессии направлено на самого себя. То есть мы говорили про это, что человек в депрессии может достаточно много себя обвинять в том, что это он виноват, что это я какой-то не такой, что отношения закончились, потому что со мной что-то не так. Вот. И, в общем-то, задача психотерапии в таком случае, ну, каким образом человека из этого кокона вывести, это, ну, так метафорически, это вот эту внутреннюю агрессию, которую он направляет на себя, ее переместить во внешний мир. Ну, собственно, вот в том числе этим мы и занимаемся. То есть, когда витальность пробуждается через то, что мы работаем с переживаниями, с чувствами, с телесным опытом и так далее. Вот. Еще немножко хотел бы вот там про какие-то феномены поговорить, вот какие внутри депрессии есть. А, то есть вот тезисно, да, что депрессия – это про опыт переживания важных отношений, про опыт нарушения привязанности, про опыт нарушения привязанности. Во время депрессии у человека пропадает чувствительность, и это является основным камнем преткновения, потому что через чувства человек, грубо говоря, соединяется с окружающим миром. Если чувств нет, то тогда как будто бы у человека пропадает инструментарий для того, чтобы взаимодействовать. И тогда вот, вот в таком направлении психотерапии, как гештальт-терапия, мы говорим о том, что депрессия – это как раз ситуация, в которой пропадает контакт между человеком, с одной стороны, и окружающим миром. То есть на границе контакта событий никаких не происходит. А человек как бы контактирует в депрессии с самим собой, уходит в себя, и граница контакта организма и среды очень толстая, то есть через нее ничего не пробивается. Можно сказать о том, что вот депрессия – это такое состояние, когда у человека пропадает, ну вот мы говорили, что есть аффективный компонент, моторный и идеаторный, то есть мыслительный. Во время депрессии у человека пропадает способность, ну, к такому фантазматическому, что ли, мышлению, то есть пропадает способность фантазировать, галлюцинировать, придавать вещам смыслы. То есть для человека в депрессии все становится одинаково. Вот, например, там классический депрессивный пациент выглядит примерно так. То есть на вопрос о том, что ты чувствуешь, что с тобой происходит, он говорит «ничего». Когда пытаешься уточнять, он говорит, что что-то вот как-то мне плохо. Что именно плохо, уточнить не может. Каких-то оттенков переживаний, оттенков чувств выделить не может. То есть депрессия, она похожа на такое вот, на такое безжизненное пространство, где очень сложно выделить какие-то смыслы, где очень сложно выделить, где очень сложно на что-то зажечься, на что-то возбудиться. То есть это такое вот пространство мертвое именно в силу того, что депрессия сворачивает эмоциональные переживания. Депрессия часто возникает у людей, которые, вот, ну, можно так сказать, что у людей, которые
могут, например, себя в отношениях терять. Ну, как это бывает? Ну, например, когда один человек живет ради другого. Ну, вот он говорит, что мы, у нас там есть общие цели, я готов или готова ради другого человека своими какими-то интересами пожертвовать. Это мы называем зависимыми отношениями, эмоционально зависимыми отношениями. И эмоционально зависимые люди с опытом, я не думаю, что, чтобы монитор не погас. Такие люди очень часто попадают в депрессию, потому что у них как будто бы не сильно богатый опыт автономной жизни. То есть, если тем более такие отношения, в этих отношениях что-то становится не так, ну, например, второй партнер говорит, я уже не хочу, чтобы у нас все было общее, я хочу, чтобы вот у нас было что-то отдельное, то в этом месте также может возникать депрессия, потому что у человека нет опыта хорошей автономии. То есть, когда мы разные, но мы, тем не менее, вместе. А так как бы зависимый говорит, что для того, чтобы быть вместе, нам нужно быть там, такое слияние, быть одним целым, это, конечно, не очень нормально, на мой взгляд. Ну, то есть это сложное состояние, с которым также можно работать. Вот, теперь я хотел бы, наверное, поговорить, или там пару слов сказать о том, что какой смысл-то, в общем-то, в этой депрессии? Какой смысл? Прежде всего, этот смысл в том, чтобы действительно брать какую-то паузу. Если мир предъявляет много требований, и если человек чувствует, что он не может какому-то ритму соответствовать, то депрессия – это та штука, которая позволяет взять какую-то паузу и понять, чего вообще происходит, чего я хочу, чего мне надо. Потому что депрессия также связана с тем, что человек, ну как бы, не совсем хорошо понимает, что ему нужно, но при этом движется к тем целям, которые, как он полагает, являются необходимыми. Мы про это часто знаем. То есть мы можем хотеть одного, но в силу определенных социальных условий или определенного там контекста нашей жизни, мы начинаем хотеть не того, чего мы хотим. Вот в этом месте также высокий риск депрессивных состояний, потому что в какой-то момент человек обнаруживает, что да, дескать, он очень много времени потратил на достижение цели, он эту цель достиг, и оказывается, что в этом состоянии он несчастлив почему-то. И это может погружать человека в депрессивное состояние, потому что тогда как раз возникает вопрос, экзистенциальный вопрос такой, что я хочу, кто я на самом деле такой, куда мне надо двигаться, почему я несчастен, несмотря на то, что вроде бы у меня все хорошо, ну так вот внешне. И тогда депрессия, она как раз помогает на эти вопросы ответить, потому что, опять же, что говорит гештальт-терапия про депрессию? Вот внутри депрессии невозможно понять, чего я хочу. То есть вот обеднение эмоционального фона приводит к тому, что человек не может почувствовать какие-то свои потребности. Он не может сказать, что я хочу, что со мной происходит сейчас, как я реагирую на ситуацию. То есть мы говорили, что пропадает эмоциональный резонанс. И тогда вот внутри как бы депрессии, вот внутри ее феномена, как раз и заключается ее смысл. Смысл депрессии в том, чтобы ответить на такие экзистенциальные вопросы. Кто я, чего я хочу, то, что со мной происходит, это то или нет, потому что депрессия как раз про то, что похоже, все, что происходит, ну, как бы все то, что происходит в жизни, похоже, это не совсем то, что надо. То есть это как раз возможность как бы остановиться, возможность оглядеться, и возможность все-таки провести какую-то определенную инвентаризацию своих ценностей и ответить на такие вот очень важные вопросы. То есть депрессия – это такая вот, ну, не знаю, как у Бродского, там остановка в пустыне. То есть надо понять, куда я иду. Депрессия – это вот такая вот пауза. Жизнь мы ставим на паузу для того, чтобы понять, откуда я иду, куда я иду. Потому что вот во время того, как человек переживает депрессию, вот
в настоящий момент для депрессивного пациента он практически неуловим, потому что человек не может опираться на прошлое, он как бы не может сказать «я» – результат своей жизненной истории. Человек не может сказать, что куда я иду, куда я двигаюсь, у него нет какого-то вектора, который направлен в будущее. Соответственно, вот настоящий момент, здесь и сейчас, он как будто бы повисает в воздухе. И это тоже носит отражение вот в задачах депрессии, о том, что задача-то как раз не пытаться это состояние преодолеть, а действительно остановиться в нем, оглядеться, попробовать ответить себе на вопросы, куда я иду, зачем я иду. И в этом состоянии необходимо находиться столько, сколько нужно. Вот, к сожалению, депрессия, почему вот есть такое мнение, что это болезнь 21 века? Потому что чаще всего у нас нет времени на то, чтобы подепрессировать, к сожалению. То есть депрессия – это нормальное состояние. Мне кажется, любой жизненный кризис, он должен сопровождаться какой-то небольшой депрессией, как вот возможностью для того, возможностью понять вообще, что со мной происходит. А современное общество не дает времени на это. И очень часто встречаются клиенты, которые говорят: я не могу себе позволить, да, я понимаю, что у меня много переживаний в этом месте, я понимаю, что у меня есть много эмоций, я даже могу назвать, какие они. И, в общем-то, если бы у меня была бы такая роскошь, я бы, конечно, в них как-то погрузился бы и пожил. Но, к сожалению, сейчас нельзя этого сделать, поэтому я сейчас соберусь, возьму волю в кулак, эмоции законсервирую и отправлю их, как в фильме «Головоломка», вот на склад, где они там будут лежать. Потом, когда я буду благоприятное время, я этим займусь. Разумеется, такого времени не возникает никогда, не осуществляется. И это очень сложно. То есть, с одной стороны, депрессия требует внимательности к себе. А вот, как говорил Юнг о том, что если пришла дама в черном, не прогоняй ее, а дай посидеть рядом, чтобы она рассказала, что ей нужно. Так вот, этого времени-то как раз нет. Еще и родственники говорят: возьми себя в руки, что ты расклеился, тут вот надо уже делами заниматься, а ты тут сидишь. Вот. Это первая ситуация. Вторая ситуация, когда депрессия, она позволяет действительно пережить какой-то кризис, потому что вот здесь депрессия, это тогда будет как переход к какой-то новой жизни. То есть вот переживание депрессии говорит примерно следующее послание, что предыдущая жизнь, она вот как-то закончилась. Я имею в виду, предыдущий этап жизни закончился. Вот. Допустим, вот старых отношений уже не вернешь. Что-то заканчивается навсегда. Вот нужно время для того, чтобы с этой окончательностью смириться, чтобы это пережить и уже начать жить как бы по-новому, в новых условиях. То есть это такая вторая функция депрессии, очень важная. Это именно возможность такого перерождения, потому что если мы говорим о том, что депрессия, человек, да, попадает в такой депрессивный кокон, а есть такой метод танатотерапии, когда человек, в общем, пытается пробиться через какой-то барьер к жизни, вот здесь примерно такая же ситуация. Депрессия – это то состояние, через которое нужно пробиться, но выход из этого кокона, он будет находиться не там, где находился вход. И тогда в этом смысле депрессия как раз та штука, которая необходима уделять достаточно много внимания. Вот. Что бы еще хотелось бы сказать? Мне кажется, что какие-то главные вещи я отразил. Есть тут у меня еще какие-то детали. Вот. Наверное, нужно задаться вопросом о том, что вообще с этой депрессией делать и можно ли самому себе помочь. Наверное, этот вопрос может заинтересовать. Если об этом говорить, то методов
как бы справление с депрессией, их, конечно, существует великое множество. Если забить в интернете фразу «как справиться с депрессией», там, правда, очень много советов выйдет. Есть, ну, какие-то понятные, есть какие-то совершенно нелепые. Ну, их достаточно много. То есть, если говорить про какие-то более-менее адекватные, смотрите, правда, они могут работать, а могут не работать. Например, такие советы, как, ну, и такие способы справления с депрессией, как, например, пытаться сохранять двигательную активность, пытаться сохранять отношения, правильно питаться, иметь здоровый сон, распорядок дня. Это, в общем-то, хорошие такие штуки. Правда, вот в этом месте, наверное, не стоит сильно себя насиловать. Вот. Очень важно, опять же, ну, для меня, да, как для психотерапевта, то есть вот эти штуки могут работать, могут не работать. Для меня, наверное, важно вот, попробовать в состоянии депрессии как раз немножечко сохранить вот контакт с собой и попробовать поразбираться все-таки в себе, вот, в измерениях своей душевной жизни, чтобы как раз вот ответить на вопросы. Что происходит? Что такое со мной произошло? После чего как бы дальнейшая жизнь уже для меня невозможна. То есть депрессия – это правда как остановка. Ну, то есть вот у меня было все хорошо, потом что-то произошло, после этого жизнь моя уже не может быть как прежней. Вот эти вопросы, обращенные к самому себе, они-то как раз и помогают, на мой взгляд, осуществить ту функцию депрессивного опыта, который там заложен. То есть что такое произошло? Из-за чего я не могу жить дальше так, как мог? От какого опыта я настолько зависел, что я не могу жить дальше? Что мне необходимо для того, чтобы дальше жить? То есть вот работа с депрессией, она, правда, может быть построена на том, чтобы совершать какие-то рекомендации, там, двигаться, есть шоколад, смотреть в окно, загорать на солнце. Это все может, конечно, работать, но это, в общем, как слону припарка, если человек все-таки с самим собой не разбирается. Разбираться можно самому по себе, задавая себе такие вопросы, пытаясь, ну, как бы переосмыслить свою жизнь и то, что произошло, и что нужно для того, чтобы двигаться дальше. Либо это можно делать с психотерапевтом, с психологом, потому что такие вопросы лучше задавать, точнее, на эти вопросы лучше задавать в присутствии другого человека. Почему это важно? Потому что, когда мы отвечаем на вопросы самому себе, мы на какие-то вещи смотреть не можем. И более того, когда мы отвечаем на вопрос другому человеку, мы можем еще не знать ответ, который мы формулируем в процессе диалога. И тогда присутствие другого является как раз вот той осью, которая может заставить колесо вашего жизненного опыта сдвинуться с места. Потому что мы используем другого, вот, психотерапевта, психолога, для того, чтобы, ну, как бы посмотреть на самого себя со стороны, увидеть какие-то вещи, которые мы себе не видим. Поэтому, мне кажется, работа с психологом в депрессивном состоянии, она может быть очень полезной. Но и при этом достаточно сложно, потому что, правда, очень сложно говорить о том, к чему мы не имеем чувствительности. Но, с другой стороны, если говорить про психотерапию как про особый вид отношений, то тогда депрессия как нарушение привязанности может хорошо лечиться опытом других отношений. Но я имею в виду терапевтически. Вот. Про медикаментозное лечение депрессии я говорить не буду, потому что эта тема требует отдельного подхода, и, в общем-то, депрессию лучше не лечить самостоятельно. Вот. То есть, если говорить про лечение, то тогда это специфический процесс, который осуществляет лучше под наблюдением специалиста. Вот.
Как-то так. Я вот думаю, нужно ли еще о чем-то говорить. Вот, может быть, у вас будут какие-то вопросы, на которые я могу попробовать поотвечать. Может быть, что-то непонятно. Или, может быть, что-то нужно рассказать подробнее. Еще, наверное, пришел мне в голову один момент про хороший способ лечения депрессии, могу рассказать. Хороший способ лечения депрессии – это сочетание разнообразных факторов. Про море, солнце и общение – это действительно работает. Вот. И вот здесь вот у меня за спиной висит плакат. Это приглашение на мероприятие, на психологическое выездное мероприятие «Дальневосточный интенсив по гештальт-терапии». А интенсив – это как раз то мероприятие, в котором можно получить интересный терапевтический опыт. Он проводится на море, там будет много солнца. Мероприятие проводится с 17-29 июля 2016 года. Так, вопрос про теорию услышал. А сейчас расскажу, отвечу на вопрос. Автора теории о том, что депрессия – это отклик на то, что произошло с человеком в возрасте от 5 месяцев. Автор теории, один из авторов, вот, который этим занимался, это Рене Спиц. Рене Спиц, он писал про анаклитическую депрессию. И еще есть такой психоаналитик Андре Грин, который писал про состояние белого горя или синдром мертвой матери. Это как раз такое состояние, когда мать, в общем-то, физически присутствует рядом с ребенком, но при этом эмоционально она выключена. Ну, то есть депрессивная мать, которая физически есть, но при этом у нее нет эмоционального резонанса. И в этом смысле ребенок не получает эмоционального подкрепления, эмоционального отражения, то есть у него тогда опыт близких отношений ранних, он тоже фрустрируется, потому что эмоции – это очень важная штука, это первая сигнальная система, это древняя система регуляции нашей активности, и этому нужно уделять очень много внимания. Вот в гештальт-терапии мы как раз с эмоциями и переживаниями работаем. Депрессивные реакции, депрессивные эпизоды – это одно и то же, но можно сказать, что нет, потому что депрессивная реакция – это, ну, собственно, это реакция, а депрессивный эпизод, например, про депрессивный эпизод мы говорим, если, ну, вот как можно сказать, в МКБ-10, например, диагноза депрессии нет, а есть депрессивный эпизод. И тогда все депрессии являются депрессивными эпизодами, легкой, средней, там, тяжелой степени тяжести. Про депрессивную реакцию мы можем говорить, ну, если это такая вот легкая субдепрессия. Про депрессивный эпизод может идти речь в структуре маниакально-депрессивного психоза, и тогда мы говорим, что есть маниакальный эпизод, маниакальный период, депрессивный период. Но по большому счету, да, депрессивная реакция, да. Часто ли пролеченный медикаментозный разговор на депрессии рецидивирует? Ага, хороший вопрос. Если речь идет про эндогенную депрессию, то здесь вообще ничего про это нельзя сказать, потому что она может рецидивировать часто. То есть здесь гарантий нет вообще никаких. Приступы могут быть, ну, не знаю, ежегодно, например. Это если мы говорим про эндогенную депрессию, то есть депрессию, вызванную внутренними причинами и которая требует назначения антидепрессантов.
Поэтому рецидивировать она может, и прогнозы в этом отношении никто дать не сможет, как часто она будет это делать и будет ли она это делать вообще. А если говорить про депрессивную психогенную реакцию, то здесь также, ну, в общем-то, может это быть, потому что вот если верить психоаналитикам, то депрессивный опыт, ранний депрессивный опыт, он остается с нами навсегда. А он остается с нами навсегда, и наши теперешние депрессивные реакции являются отражением его. А психотерапия говорит следующее, что опыт, неудовлетворительный опыт ранних детских отношений можно восстанавливать только в ходе психотерапии, то есть через отношения с терапевтом, с психоаналитиком и так далее. И в этом смысле есть вероятность того, что мы можем в ходе психотерапии этот ранний опыт заменить в кавычках и пережить в других отношениях. И тогда вероятность рецидива будет меньше. Еще один автор, вот возвращаясь к предыдущему вопросу, еще один автор, который писал про депрессию, разумеется, это Мелани Клайн, забыл про нее рассказать. Она описала как раз вот депрессивную шизоидную позицию в раннем детстве. И депрессивная позиция, по мнению Мелани Кляйн, как раз ответственна за то, что у человека появляется, в общем-то, внутренний мир и воображение. Стоит ли читать книги о том, как справиться с депрессией или как она лечится? Помогает ли это? Речь о психической депрессии. Да. Книги читать стоит, потому что одна из рекомендаций – это как раз книги читать. Более того, есть действительно достаточно много хороших книг, которые помогают посмотреть на депрессию со стороны и увидеть для себя вот ее какой-то положительный контекст. Я могу сейчас там сходу, ну там пару книг назвать. То есть прежде всего, кто вот приходит в голову современных авторов, это Юлия Кристева. Это психоаналитик очень известный, философ, постструктуралист Юлия Кристева «Черное солнце» называется. «Черное солнце», она пишет про меланхолию, очень интересно. А потом есть такой психотерапевт Альфред Лэнгли, он, не помню, как называется книга, он занимается экзистенциальной терапией. И там тоже очень интересно написано про депрессию. Экзистенциальная терапия, она как раз занимается такими предельными человеческими переживаниями. Вот, Альфред Лэнгли. То есть книги читать стоит, причем книги, ну вот, есть еще, не помню, к сожалению, сейчас фамилию. Ну вот, допустим, даже вот этих двух книг, в принципе, может быть достаточно для того, чтобы с этого начать, Кристева и Лэнгли. Когнитивная психотерапия, да, можно читать про когнитивную психотерапию, потому что изначально вот Арон Бек тоже занимался исследованием депрессии, и он выделил там несколько форм депрессии, и когнитивная терапия, в принципе, достаточно хорошо работает с депрессией, потому что она, ну вот, изначально как бы психоанализ не очень хорошо работал, потому что там депрессивные пациенты плохо невроз переноса формируют. А поведенческая терапия лучше, поэтому, ну, как бы вначале, то да, когнитивную психотерапию можно читать. Еще один вопрос. А, один вопрос. Да, пожалуйста, Алена. Вот. Если вопросов нет, то все вопросы, которые у вас возникают по поводу разных сторон психической жизни, вы можете задать мне лично. Я живу в городе Хабаровске, понимаю, в городе Хабаровске. У меня есть сайт psi-pomoc.rf. Там есть, например, почта, или меня можно найти в Фейсбуке. Списочек литературы. Да, пожалуйста, если вы мне напишите на почту или на Facebook или ВКонтакт или на сайт psi-pomoc-rf.
Сейчас я напишу. То я вам этот списочек могу подготовить и выслать. То есть так вот сходу пока у меня две книжки вспоминается, но это, в общем-то, легко организовать. Но если вопросов у вас нет, тогда мы можем закончить. Дальневосточный медицинский портал defomed.ru предлагает бесплатную площадку для проведения вебинаров. Вебинары – это современный способ общения в режиме реального времени через интернет. Используя вебинары, медицинские учреждения и врачи могут рассказывать о новых методах и способах лечения, вести работу с пациентами по наиболее интересующим вопросам медицины и здоровья. При этом слушатели не только наблюдают, но и имеют возможность активно участвовать, задавая вопросы лектору. Приглашаем врачей к сотрудничеству для проведения вебинаров на нашей площадке, а также просим довести до пациентов информацию о возможности участия в вебинарах по различным направлениям медицины и здоровья.